Всем привет, это Digitat.ru, и сегодня у нас в обзоре часики Christopher Ward Malvern Chronograph Mark II. На тесте они у нас уже больше, чем полгода, и сказать о них хочется только хорошие слова. Действительно превосходные часы, как всегда у Криса идеальная проработка, идеальное качество циферблата, все метки, стрелки, все ровненько, идеально, никаких косяков, никаких ниточек, там, ворсинок, ничего нет. Все качественно сделано. Проработка замечательная, циферблат сделан в стиле британских автомобилей 60-х, 70-х годов. Ну, собственно, если вы интересуетесь продукции Криса, то знаете, что главные его модели все-таки они как раз спортивные и автомобильные. Высота, диаметр часов 39 мм, высота 10,3 мм, ремешочек 18 мм, водозащита 50 метров, корпус стальной, стекло сапфировое, естественно, механизм кварцевый. Ну, собственно, это Ronda 5040. За сумму порядка 8000 рублей это просто идеально. Ну, вот задняя крышечка у нас достаточно простенькая, но на винтиках. Ремешок с функцией быстрой замены ремешка, как у Криса принято, это очень удобно. Застежка у нас бабочка. Все замечательно, все удобно. Рекомендуем эти часы к покупке. Если вам нужен недорогой Swissmate, то Крис Ворд всегда знает, что вам предложить. Ну, в общем, классные часы. Классные, качественные, стильные и классические часы. Всем пока. Это с вами был Дэн.